В нашем университете уже четвертый год проводится набор на магистерскую программу «Историко-культурный туризм и музейная педагогика в Москве со знанием иностранного языка». Образование выходит за стены школ и университетов. Музеи, городская среда включаются в культурно-образовательное пространство. И задача музейного педагога – помочь включить музейные предметы, являющиеся воплощением культурного наследия нашего народа, в образовательную деятельность. На нашей магистерской программе работают ведущие профессора Московского городского педагогического университета, а также руководители музеев России, члены Союзов музеев России и Международного союза музеев. Среди преподавателей – доктор исторических наук Ольга Геральдовна Малышева, доктор исторических наук Тамара Витальевна Ершова, доктор культурологии Юрий Эдуардович Комлев и многие другие. В ходе обучения – наши студенты посещают не только лекции и практические занятия, но и проходят практику в музеях России и образовательных организациях Москвы. Конечно же, мы с вами познакомимся и с международным опытом, с опытом ведущих мировых музеев. Наши выпускники работают не только в образовательных организациях столицы, но и в ведущих музеях России, среди которых Государственный исторический музей, Музей наивного искусства, Мемориальный музей Виктора Степановича Черномырдина. Москва – огромнейший город, и в нем великолепные музеи мирового уровня, где ждут нас с вами. И, кстати, хорошая новость. В нашем университете на программу «Историко-культурный туризм и музейная педагогика в Москве» выделено 15 бюджетных мест – и наши занятия проходят по субботам. До встречи в Московском городском.